Кухня ЖКХ. Сегодня у нас в гостях Маньков Максим Павлович, исполнительный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Добрый день. Главной проблемой УК в новогодние праздники становятся засоры канализации. Люди готовят, находятся постоянно дома и бросают в канализацию предметы, которые образуют засоры, а впоследствии и затопление. Максим Павлович, почему происходят засоры? Как этого избежать и куда обращаться, если канализация засорилась? Нужно сразу разделить как бы виды засоров на частичные и глухие. Тогда, когда бывает, что вода в раковинах или ваннах медленно сливается или уходит недостаточно быстро, да, это один вид засора. И бывают такие засоры, как глухие, когда жители выкидывают в унитазы и в раковины какие-то предметы, да, еду, кошачьи наполнители, другой какой-то мелкий мусор, который в итоге застревает в канализации, да, из-за чего происходит засор и другие всякие неприятности. Вообще причиной засоров может быть и длительная эксплуатация систем канализации, так сказать, внутри может образоваться жировой налет и затруднительно будет прохождение стоков. Также подсоединение к системам, к стоякам водоотведения, как правило, к кухонным сливных шлангов стиральных машин. Соответственно, там диаметр стояков не предусмотрен под эти вещи. Лучше подсоединять стиральные машины к стоякам канализационным, которые находятся в ваннах и в туалетах. Ну и, соответственно, при появлении каких-то засоров необходимо звонить в свою управляющую компанию для избежания затопления своего и других жилых помещений. Надо также понимать, что при засоре сразу аварийная служба отключает систему водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, чтобы не увеличить причинение ущерба жителям. И могут, соответственно, быть вызваны вот в эти периоды для жителей много неприятностей, особенно в выходные и праздничные дни. Максим Павлович, дайте хороший совет, как не испортить бытовыми проблемами Новый год себе и соседям? Ну, в первую очередь, это не бросать мусор в унитаз, да, никакие мелкие предметы, ни еду, ничего, даже туалетную бумагу желательно не спускать, только использовать по предназначению для слива сточных вод. Второе, это действительно также исключить подключение стиральных машин к стоякам, которые идут через кухни, у которых диаметр значительно меньше стояков, которые размещены в туалетах, да, и своевременно производить чистку своих сливных сифонов в раковинах и ваннах. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.